Галоўная задача форуму рэгіёнаў – рост узаемнага тавараабароту. Летась гэты паказчык склаў 4,5 мільярды долараў. Сёлета павінен павялічыцца яшчэ на 1 мільярд. Задача на наступны год яшчэ больш значная. Узаемны тавараабарот паміж Беларусію і краінай – 8 мільярдаў долараў. Яким чынам плануецца дасягнуць гэтай мэты? Пацікавіўся Олег Сенцероў. Да, лічбы у 8 мільярдаў долараў узаемнага тавараабароту краіны ўжо набліжаліся ў 2012 годе, але тады гэты паказчык дасягаўся ў асноўным за кошт паставак беларускіх нафтапрадуктаў. Галоўны рэзерв зараз супрацоўніцтва ў сферы машынабудавання. Менавіта аб гэтым ідзе размова падчас пасяджэння беларуска-украінскага савета дзелавога супрацоўніцтва. У зале абласнога грамадска-культурнага цэнтра прадстаўнікі 17 абласцей Украіны, кіраўнікі рэгіёнаў, прадстаўнікі прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнесу. На гэты сегмент эканомікі ў беларуска-украінскіх адносінах асаблівая надзея. Сёння прадпрымальніцтва яшчэ адзін рэзерв для актывізацыі супрацоўніцтва. Мала бізнес, я думаю, смотрите, у нас, во-первых, сейчас большое внимание уделяем в Украине, я думаю, что и в Беларуси это вопросы, связанные с альтернативной энергетикой, переработкой того же торфа. Тут приехала компания из Николаевской области, которая имеет большой опыт в правильном брикетировании торфа, допустим, которого достаточно много. Это как раз ниша для малого и среднего бизнеса. Есть предприятия, которые заинтересованы в оборудовании для переработки продуктов сельскохозяйственной продукции, получения готовой продукции. Это тоже это малый и средний бизнес. У мэтах представления магчымасцяў Беларуси у Гомеле разгорнули некалькі пляцовок. Экспозиция буйнагабаритной техники на центральной площади города. Каля манежа «Динамо» демонструются выставы районных подборков и вырабы рамесников. Удельники кажуть, что до форума регионов отобрали все самое лепшее, чем можно и самим гонориться, и гостям показать. Еще одну пляцовку разместили у самим манежи. Выстава регионов у манежа «Динамо» как выстава досягнений народных господарок Беларуси и Украины. Больше 180 удельников заводу Кубаков, которые представляют бодай у всей экономики. Есть тут и совместная продукция, как вот это, металлокорт белорусского металлургического завода у шинах украинской компании «Росава». Коли белорусская экспозиция представлены у основном особными предприятиями и концернами на штат «Беллегпрама» и «Белнафтохима», то украинский бок упор зарабил на региональной экспозиции. Причем демонстрация досягнений только одна задача выставы регионов. Не меньше важная мета – проведение перемог и заключение контрактов. Для лепшего взаиморазумения представники Миколаевской области навод зарабили буклет на белорусской мове. Зараз у этом украинском регионе вельми затекавлены у сопротивления с белорусскими партнерами и называют конкретные накерунки. Это сотрудничество в сфере переработки продукции сельского хозяйства. Николаевщина является одним из лидеров по производству как зерновых, зернобобовых культур. И мы со своей стороны заинтересованы в поставках не просто продукции, которую вырастили с поля, а переработанной продукции. Это может быть интересно, опять же, для регионов Беларуси. Наши регионы может интересовать молочная продукция. Потому что у нас осуществляется при наличии трех крупных переработчиков, у нас есть дефицит в молочной продукции, сырье для переработки. Я думаю, здесь тоже могут быть вполне интересные взаимные проекты, которые могут быть полезны друг другу. Подчас работы форума регионов огучивается, бодай, головная причина, якая поколь перешкаджает по увеличению товарообороту. В Украине техничные нормы и регламенты распрацовываются в отповедности со стандартами Евросоюза, у Беларуси Евразийского экономичного союза. Меж тем, при жадании и тут можно знайти компромисс. Менавіта об этом размова на посяджении белорусско-украинской рабочей группы по увеличению взаимной присутности на рынках краин сельскохозяйственной и харчовой продукции. Встреча завершается подписанием совместного протокола и обещанием. Иснующие проблемы баки будут имкнуться ликвидовать как мага больш хутка. Нерешаемых вопросов нет. Мы очень плодотворно и плотно сотрудничаем. И, конечно, ряд вопросов не решается однодневно, там, в течение дня, месяца. Есть сегодня вопросы, которые мы решаем там, в течение месяца, двух, трех, в течение года. Но я вам хочу отметить, что эти вопросы решаются. На 26 кастрычника запланировано пленарное посяджение форума с уделом керевников двух краин. Основная тема – перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины. Олег Сенцероў, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».